Коллеги, в данном видео я продемонстрирую, как накладываются кинезиологические тейпы при молоткообразном пальчике. И для этого нам понадобится вот такой вот длиной 4-4,5 см тейп, да, шириной примерно 1 см. При работе с молоткообразным пальчиком нам надо будет скорректировать положение пальчика второй ручкой, да, выпрямить его, вытянуть. Фиксируем тейп сначала с дорсальной стороны, раз. Снимаем подложечку, да? Потом одной рукой выпрямляем пальчик и прямо через фаланговый сустав накладываем тейп. Раз и два. Вот таким вот образом. Качественно прижимаем все, да? Чтобы тейп сцепился у нас с тканями, произошла адгезия. Готово. Спасибо за внимание.